Лагерь Таватуй началась заключительная смена этого лета. Ее специализация – метеолаборатория. 35 юных журналистов и операторов будут не только отдыхать, но и учиться работать с видеоконтентом. В числе счастливчиков – 7 школьников медиа-студии Нижнего Тагила. В первые дни смены ребят обучают специалисты екатеринбургской студии «Тайм-код». Затем к будущим профессионалам прибудут спикеры из столицы. К нам приедут на смену 2 спикера из Москвы. Это Давид Сальсашвили и Артем Галустян. Они уже достаточно известны в медиа, занимаются давно кино, журналистикой и будут делиться своим опытом, давать нам какие-то советы и, в общем, учиться с нами. Под руководством спикеров ребятам предстоит создать медиапроекты, посвященные 4 екатеринбургским музеям. Готовые работы в конце смены будут выложены на сайт лагеря. Напомним, ребята из студии «Шкит» и 17-минус уже отдыхали на подобной медиасмене в декабре прошлого года. Такие лаборатории помогают им изучать азы профессии, перенимать опыт и с пользой проводить каникулы. Все ребята творческие, все чем-то занимаются, просто приятно с ними находиться, обмениваться опытом. Каждый уже где-то занимается, рассказывает о том, какие у него успехи, где-то дает советы. Ну, мне в лагере очень нравится, все дружелюбные и спикеры, они внимательно подходят ко всем ребятам. Каждому свой подход и, конечно же, дают советы. В общем, лагерь просто супер.